Сегодня у нас проходит очередной этап битвы корпораций. Это уже предпоследний этап нашего весеннего кубка. Сегодня у нас уже второй год подряд проходит полюбившееся всем легкоатлетическое многоборье. Мы практически ничего не меняли по сравнению с прошлым годом. Единственное, что мы добавили новую дисциплину, это стартовая дистанция на 1,5 километра. Помимо этого у нас традиционно прыжки в длину для мужчин, метание теннисного мяча для девушек, эстафета 4 по 100 метров. И перетягивание каната, многим полюбившееся занятие, очень активное, очень эмоциональное. Хоть оно к легкой атлетике, наверное, не имеет никакого отношения, но создает ту атмосферу командности и действительно эмоциональности. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. 1,5 месяца тренировались, занимались и добились успеха. В этом весь секрет. Спортивный бренд, и очень хочется, чтобы наши ребята, ну, прежде всего соответствовали, имели некий образ, вот, и были спортивными. Мы не отбираем только легкоатлетов, не подумайте. У нас есть ребята, которые увлекаются разными видами спорта, просто, как правило, легкоатлетика – это наша сильная сторона. Ну, по прошлому году, в принципе, мы это доказали. Говоря, очень переживали, но все-таки травмоопасный вид спорта, ну, можно так сказать, и очень азартный, и, наверное, потому что у нас было единственное второе место. Да, и фишка в том, что как бы без подготовки ребята как бы не сплоченный коллектив, грубо говоря, да, там, если на легкой атлетике, можно как бы, да, там, научиться передавать палочку, побегать. Как бы канат, это надо искать место, время, в принципе, такого такой не было, да, и канат не было возможности, но мы как бы показали, что мы можем это делать. Ну, как бы я по себе, я вот дебютантом был в этих соревнованиях, как бы вот молодой человек тоже дебютантом. Ну, как бы в следующий раз выиграем обязательно. Это стратегия в первую очередь, и как бы здесь фишка в том, что если ты... Надо настроить себя сразу правильно, как бы делать движение. Если ты чуть-чуть не так потянул, то это сразу проигрыш. Потому что как начал, так и закончил. Вот так вот. А начал как? Раз! Это помогает, я так понимаю, да? Да, конечно. We'll be right back.
появилась идея объединить команды предприятий, компаний, корпораций, фирм, офисов, неважно, как это называть, не в едином каком-то виде спорта, например, как у нас популярен футзал, да, у нас есть много кубков, много чемпионатов именно по футзалу. Мы решили объединить их во многих видах спорта, дабы у одной команды не было какой-то привилегии, что вот мы хорошо играем в футбол, да, мы всех обыграем в 18 турах. Мы добавили настольный теннис, бадминтон, футбол, баскетбол, стритбол, перетягивание каната. И каждый год, вот уже второй сезон, мы пытаемся где-то добавлять, добавили боулинг, добавили лазертаг. И в течение всего года команда проходит 10 этапов. Нужно доказывать свой профессионализм, свой уровень из этапа в этап. Тогда вы придете к закономерному успеху.